Идем осматривать новую квартиру в новом доме с ремонтом на улице Чавчавадзе и угол Салимхимшиашвили. В этом районе и конкретно в этом доме есть практически вся необходимая инфраструктура. Банки, медицинский центр, ЭВЕКС, детский сад – все это находится прямо на первом этаже здания. Давайте зайдем внутрь во двор. Здесь гигантская парковка. Она общественная, поэтому можете останавливать машину там, где найдете свободное место. Лифт пока что отделан такой облицовкой, потому что ведутся ремонтные работы с целью его защиты. Пока что поездка на нем бесплатна, но потом ведут систему чипов. Выходим из лифта и нам вот сразу сюда налево. Квартира 44 квадратных метра, двухкомнатная. Значит, поворачиваем налево сюда. Здесь у нас ванная комната с газовым отоплением и сушилкой. И симпатичной душ-кабинкой. Вот еще немного тут покручусь. Давайте теперь выйдем в зал. Комнаты здесь очень светлые и очень солнечные. Справа находится зона кухни, которая отделена декоративной стенкой. Тут у нас зал, балкон, газовое отопление, место для телевизора, кондиционер, а вот уже левее находится сама спальня. Ремонт уже сделан капитально, остается только лишь занести сюда мебель. Квартира 44 квадратных метра и ее цена 39 тысяч долларов. Давайте выйдем на балкон и посмотрим, какой здесь вид. Ну и еще пару ракурсов этой квартиры под музычку. Ну и также по традиции сделал 3D сканирование этой квартиры. Вот покручу-поверчу, сделайте паузу в удобном вам месте и рассмотрите квартиру более детально. Меня зовут Давид Суркава, это номер телефона агента, который занимается продажей данной квартиры. По всем вопросам звоните на этот номер. Всем хорошего настроения, пока!